главное, сам он где валялся. Ну да. Что? Вот там ударился. Сосок ты так ставил или был? Что? Сосок. Поставил как? А, ставил. Ну, наоборот, на встречу. Тебе лапка погнулась. Лапка. Ну, не критично. Ай, когда эту камеру включить. Ты что, проебал? Ну я ж не, ну бля, дорога ровно, ну как тут можно ёбнуться? Оказывается, можно. Вот начал выходить, потом, блядь, не знаю, или на корч какой-то наехал, или на что, пизда, на эти деревья. Торможу, блядь, что-то, или подбило её, блядь, он газует, сука, никуда не тормозит. Три деревья взломал. Бля, сука, пиздец, а как тут? И там, и тут деревья. Ну я тут по-мелкому решил. Не размениваться. Шурик, Шурик, посмотри. Да. Ну, она так будет переключаться нормально. Просто чтобы потом дома эту выровнять. Ну что, делаем ставки. Он хочет утопиться, верните его.
воды нахуй. А мне один сухой еще. А не, у меня один тоже. Правый бок, да? Ну. Давай толкай, помахай. Ой, блин. Порвется, мне кажется. Ну что? Бля, сипой. Резерв. Нихуя не видно, блядь, из-за того солнца, блядь. Ну. А что это вода? На которую, типа, надо заехать. Так по прямой можно валить. Ты там пролетаешь? Пошел. А? Ну вот по прямой хуяришь, тут пролетаешь немножко и заезжаешь. Если не пролетишь, хуй заедешь. Ладно, не повернешь. Вот сюда. Либо можно ехать туда, а тут потом тащиться. А? У тебя бензин уже кончается, уже резерв. Я не прыгаю. Так я тоже не прыгаю. Ты довольный, блядь. Я прям в это деревце снесу его. Ладно, попробуй.
едешь, ну думаешь, ну там где-то вот по памяти, по прямой и хуярит. Ну. Ооо!